События в Киеве сегодня прокомментировал Дмитрий Медведев. По его оценке, происходящее нельзя рассматривать только как стремление к интеграции с Европой ради преодоления последствий советского прошлого. О таком не раз говорили в последние дни молодые участники акции на Майдане. Премьер пожелал Украине самостоятельно, без внешнего вмешательства, решить вопросы, стоящие перед страной. Украинскому обществу, мне кажется, еще предстоит преодолеть тектонический разлом, который образовался в нем. Разлом, который грозит существованием самого государства. И мы, конечно, хотим, чтобы наши украинские друзья сами разобрались со всеми проблемами, чтобы им не мешали в этом и не лишали Украину суверенитета. Потому что поездки некоторых представителей Евросоюза и других стран с выходом на наиболее такие активные в гражданском плане места, где проводятся несанкционированные мероприятия, я не могу назвать иначе, кроме как грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Это заявление Медведев сделал на совместной пресс-конференции с главой белорусского правительства Михаилом Мясниковичем, который приезжал в Москву на заседание Совета министров союзного государства России и Белоруссии. По итогам объявлено, что наши страны в наступающем году направят значительные средства на развитие сотрудничества в реальном секторе экономики, энергетики, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве.